Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре Hisense 50A6BG. В описании к видео я оставлю для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените мой труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 50 дюймов, разрешение 3840 на 2160, подсветка D-LED, глубина цвета 10 бит, частота обновления 60 Гц. Четкое изображение, которого вы раньше не видели, благодаря разрешению в 4 раза больше, чем Full HD. UHD-телевизоры Hisense могут создавать широкий спектр цветовых оттенков с 10-битной глубиной цвета. Благодаря усовершенствованным встроенным алгоритмам они воспроизводят более точные и естественные цвета. Мельчайшие детали не исчезают в самых темных и ярких участках изображения, поэтому оно буквально оживает на экране. Когда телевизор Hisense обнаруживает телевизионный сигнал со спортивной трансляцией, он переключается в спортивный режим, чтобы вы могли почувствовать себя в самом центре стадиона. Благодаря широкому углу обзора телевизоры Hisense сохраняют качество изображения независимо от места просмотра, даже если перед телевизором собралась большая компания, все присутствующие могут насладиться высочайшим качеством. Благодаря широкому углу обзора телевизоры Hisense сохраняют качество изображения независимо от места просмотра. Даже если перед телевизором собралась большая компания, все присутствующие могут наслаждаться высочайшим качеством изображения. Технология оптимизации изображения с помощью искусственного интеллекта в реальном времени автоматически определяет 11 типов контента и оптимизирует настройки изображения, чтобы сделать просмотр максимально реалистичным и увлекательным. Размеры телевизора 111,7 см в ширину, 64,6 см в высоту, толщина 7,4 см, вес 9,8 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление ВИСа 200 на 300. На задней панели расположены стандартные разъемы. 2 USB, 1 Ethernet RJ45, 3 HDMI, 1 Optical Audio Out, 1 CI+. Расширьте свои возможности с помощью портов HDMI, разъемов USB, соединений Wi-Fi и Bluetooth. Вы можете подключать к телевизору еще больше устройств и внешних источников. Присутствует аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Операционная система Vida. Vida – это быстрая и простая интеллектуальная система, которая сокращает время запуска телевизора и обеспечивает быстрый доступ ко множеству приложений, чтобы вы получали максимум удовольствия от развлечений. Vida предлагает современные популярные приложения с разнообразным контентом. Это закрытая система, что позволяет защитить вашу конфиденциальность и обеспечить скорость телевизора. Кроме того, Vida не замедляется со временем. Вам не нужны внешние устройства и другие помощники, если у вас есть Vida. Хотите посмотреть фильм, послушать музыку или узнать погоду, просто попросите ее. Игровой режим способен помочь вам одержать победу за счет существенного сокращения задержки ввода. В телевизорах Hisense задержка ввода достигает значения 16 миллисекунд. Эта технология обработки звука с помощью сложных алгоритмов позволяет добиться эффекта невероятно объемного звучания. За счет виртуализации верхних эффектов она может создавать 3D-звук на акустических системах с 5.1-канальной конфигурацией и даже обычных стереосистемах. В телевизоре предусмотрено два динамика с общей выходной мощностью 16 Вт. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи. Сначала отрицательные. Много лишних кнопок на пульте. Нет встроенной антенны. Засветы небольшие по краям. Нет интеграции с Алисой. Теперь о положительных моментах. Отличные краски. Тонкие рамки. Хорошее качество картинки. Много приложений. Отличная цветопередача. Хороший звук. Настройки понятные. Хорошая детализация.
Пульт с голосовыми командами. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях, а чтобы поддержать канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!